Мы сейчас на самой высокой точке Милана, на куполе собора Дуомо. Наблюдаем движение внизу на площади у галереи Виктория Эммануила. Это замечательная галерея торговая, которая явилась прообразом нашего ГУМа московского. Именно в подражании этой галереи построен был ГУМ. Вот такой вид на город. Смотрим. Синее небо, шпили готические собора пронизывают эту синь. На шпилях статуи общественных деятелей, святых. Вот самая высокая точка. Это скульптура Богородицы Мадонна. Вот там она виднеется, кстати, 4 метра высотой, вся из золота. Вот здесь на крыше много туристов, которые снимают лучшие свои кадры, лучшие свои фото. Милан перед нами. И там вдали горы, Альпы. И вот этот собор дома по красоте соперничает с Альпами. Можно сказать, повторяя эти вершины в своих устремлениях к небу. Внизу суетливая толпа шумит, гудит. Великолепие такое.